после долгого труда. Хорошо! Солнышко живет там, где добрые сердца и открытые люди. Поэтому оно расположилось не только на рисунках детворы Слободской школы, но и за окном. Ребята мечтают о теплых денечках, им хочется искупаться и позагорать. Но даже если тепла не будет, сильно не расстроятся. Каникулы и без тепла теплые, ведь это самое долгожданное время для детворы. Каникулы нормально, мы на практику ходим. Мы вот отдыхаем вечером, там, пьем дома дела делаем, косим там, в школе. Ура! Каникулы! Итак, в Михайловском районе у той детворы, которая уже сдала все экзамены и по возрасту не проходит под категорию выпускников, началась веселая и беззаботная пора. Каникулы! И неважно, чем ты занимаешься, ходишь ли на практику или посещаешь школьный лагерь, помогаешь ли родителям или выполняешь какую-то другую работу, лишь бы не учиться. Наш видеоглаз подсмотрел за учениками и учителями Слободской средней общеобразовательной школы Михайловского района 6 июня. В школе, на удивление, в этот день происходило что-то потрясающее. Кипела работа на пришкольном участке и активная деятельность летнего лагеря. Сейчас я вожатый в лагере и провожу время с ребятами. Они нас слушают вообще? Да. Вроде бы получается пока что. Мы вас очень рады видеть. И я вас рада видеть. Как ваши летние каникулы? Очень супер! Вот так вот все. Прям с друзьями ходим, гуляем. Вы потом помогаете? Да, конечно. Как же без этого? В огороде. В огороде. Летняя уборка. Потом занимаемся хозяйством, идем за овцами, смотрим и все остальное. Там много дел, но и хватает времени на то, чтобы погулять. Литературку читаете? Да. Играли! Играли? Во что играли? Вышивали. Что, лагерь такой? Да. Завтра мы будем разыграть бутылки. Завтра мы будем разыграть. Заглянем в кабинет математики, который переквалифицировался под салон красоты. Сегодня здесь отмечают День красоты и день рождения Пушкина. Что нам рассказывать? Да какой? Сегодня в школу я. Ты что, садись? Ну, раз лагерь, то что же? Хорошо. Поэтому и дела. У нас еще и попутно. Турслет. Да, так что у нас тут жизнь кипит. Когда же турслет? Турслет у нас будет 9 и 10. Так, Ванюш, вот твои слова. Давайте. Не-не-не, на, вот. А, ну, хорошо. Так, вот посмотри, там, где вместе, там вместе. А там, где вот твои, вот, где Ваня написано. Так, встречаемся в четверг. Организаторы увлекательных дней в стенах сельской школы, учителя с золотыми сердцами и заведенными руками. Энерджайзер Надежда Ивановна Иванова, интеллектуал-гуманитарий Людмила Николаевна Куликова и неунывающая красавица и спортсменка по жизни Людмила Викторовна Мартиросян. В работе, в игре. Настроение всегда бодрое. Иначе нельзя работать. Сегодня день русского языка и Пушкинский день России. И мы проведем веселый урок русского языка. Весь год русский язык был серьезный. Учили грамматику, учили слова, учились писать без ошибок. А сегодня мы просто все это вспоминаем и повторяем. Итак, ждем вас на веселом уроке русского языка. Пусть летят года, Пушкин навсегда. В Слободской школе великий поэт просто стал своим. И в школьной программе, на открытой трибуне, мероприятии, проводящегося в школе раз в неделю, стихи Александра Сергеевича Пушкина читают и ученики, и учителя. Его творчество здесь ценят и уважают. Сказка о рыбаке и рыбке. А в коридоре нас ожидала прекрасная экспозиция летних пейзажей, вышедших из-под пера юных талантов. Солнце и голубое небо, радуга и зеленые посадки. Отдых для глаз и надежда на скорый приход настоящего теплого лета. Всем желаю хороших каникул, хорошо отдохнуть, всем загореть и накупаться. Наталья Быстракова и Евгений Быстраков специально для будней.